Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова выступает уже более 30 лет. Сейчас ею руководит сын основателя коллектива, заслуженный артист России Анатолий Судаков. Репертуар разноплановый, от мировой классики до эстрады. Видно, музыканты впервые здесь, на территории усадьбы Тимохова-Салазкина, они исполнили программу из произведений Моцарта. Мы исполняли абсолютно потрясающие фрагменты из опер Моцарта, это из «Волшебной флейты», из «Дон Жуана», это части из «Месс», поэтому это то, что любят «Реквием» Моцарта, тоже три части мы сегодня исполнили. Поэтому что-то больше на слуху, что-то вообще мало исполняется, ну, мало известно. И для нас, когда мы подбирали репертуар, тоже стало открытием некоторые произведения. Артисты капеллы отмечают, классическая музыка наполняет внутренний мир человека и помогает справиться с повседневной суетой. Такая возможность подарена человеку, этот портал общения с чем-то возвышенным, духовным, с классической особенно музыкой, прикоснуться к чему-то такому, что возвышает тебя над обычным бытом. А классическая музыка – это вечные ценности, это о любви, о дружбе, о взаимоотношении с Богом. Мы много пели духовной музыки, потому что она и писалась, и создавалась вся профессиональная музыка изначально именно в храмах, в церкви. Атмосфера в главном усадебном доме царила волшебная. Звучание мировой музыкальной классики в исторических интерьерах на зрителей произвело огромное впечатление. Я поняла, что я вообще о Моцарте ничего не знаю. Да? Мы тут недалеко живем, поэтому вообще для нас было супер. Мы просто вот пришли, сели, насладились и получили удовольствие. Большое спасибо организаторам этого мероприятия, капелле, оркестру. Очень понравилось. Большое спасибо. Пусть будет чаще такое, да. Я считаю, народ должен быть приобщен к культуре, к традиционной музыке, классической. Так что это однозначно замечательное мероприятие. Совершенно потрясающий концерт, отличный звук. Удивительно то, что в зале такой, в общем-то, простой формы получилась такая отличная акустика. Вот, порадовало то, что полностью отсутствовала какая-либо звукоусиливающая аппаратура. Отличный вокал, отличная музыка, отличные струнные инструменты. Очень понравилось. Надеюсь, что мы не последний раз на подобном мероприятии. Спасибо. Организаторы концерта планируют сделать подобные выступления традицией и в ближайшее время снова пригласить на сцену коллектив государственной капеллы. Юлия Погосян, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ.